Одесса и музыка, Одесса и скрипка, они были неразрывно связаны с первых дней появления на свет нашего города. Общеизвестно, что лучшие скрипки делали в Италии. Лучшие смычки делали во Франции. Одесса могла бы делать и лучшие скрипки, и лучшие смычки. Но зачем? Одесса делает самое главное – лучших скрипачей в мире. В детстве мне казалось, что наш город состоит преимущественно из музыкантов, в основном из скрипачей. Я их сразу узнавал по футляру в руках, по профессиональной мозоли синяку на левой стороне шеи и вообще по благородному облику. А какая потрясающая одесская публика! Я еще помню людей, которые приходили на концерт с партитурой в руках. Причем на концерт не каких-нибудь школяров, а корифеев, Ойстрах, Стерн. На сцену эти меломаны не смотрели. Они сразу утыкались в принесенную партитуру и время от времени почему-то победно поднимали скрюченный палец. Я думаю, что нот они не знали. Неудивительно, что при такой взыскательной публике Одесса стала скрипичной столицей мира. Именно в Одессе появился первый в Украине оперный театр. Здесь звучала итальянская опера, французская опера, но скрипачи были одесскими. Вообще любой одессит в душе музыкант. А если уж кто-то из семьи учился играть на скрипке, то остальные члены семьи автоматически становились знатоками музыки и как минимум могли отличить легато от стаккато. Мой старший брат, замечательный музыкант, безвременно ушедший Геночка Кнеллер, был первой скрипкой в одном из лучших мировых оркестров, симфоническом оркестре Ленинградской филармонии под управлением великого дирижера Евгения Александровича Мравинского. Я с полным основанием утверждаю, что наша мама вместе с Геночкой блестяще окончила школу Столярского, Одесскую консерваторию и аспирантуру консерватории Ленинградской. У разных одесских детей были разные причины идти на скрипку. У кого-то такой причиной была бабушка, у кого-то мама. Кто-то просто хотел беспрепятственно попадать на знаменитые консерваторские капустники. Ведь Одесса не только столица скрипки, но и столица юмора. У замечательного писателя Георгия Голубенко, кстати, выпускника Одесской консерватории по классу скрипки, есть такие слова – «Я любил учиться в Одесской государственной консерватории, потому что государственной она была в последнюю очередь. В первую очередь она была Одесской». Но что-то я разговорился. Давайте слушать скрипку. Ну что ж, дослухаемся до Игоря Герцовича и будем слушать скрипку. Запрошуємо на сцену лауреата международных конкурсов Агафью Григорьеву. Оркестр Одеського оперного театру, диригент Віталій Ковальчук. Агафья Григорьева. Генрик Винявский. Фантазии на темы оперы Шарля Гуно «Фауст».
Thank you.
Національного академічного театру опери та балету диригент Віталій Ковальчук. Агафія Григорьєва.